Приветствую вас на канале AsmodePlay. Играем Call of Duty 3. Ну и следующая миссия. Система наведения снова на связи. На борту полный боекомплект управляемых бомб. Запрашиваю разрешение. Lightning 3-1, разрешаю вступить в бой. Высота минимальная, до подлета 5 секунд. Ракеты пошли. Ой-ой-ой-ой. По жилым домам. Подтвердите первичные удары по каналу предатора. Сэр, похоже, все точки обезврежены. Ну хорошо. Отлично, сейчас мы и пойдем. Мы восстановили контроль над Манхэттеном и отодвинули фронт к реке. Наша следующая цель? Командный штаб русских, подлодка класс Оскар-2. Ракет на ней хватит, чтобы сравнять с землей восточное побережье. Ударим немедленно, не давая контратаковать. Принято. Наше задание. Проникнуть на судно, захватить мостики, обратить оружие против их же флота. Объединитесь с морскими котиками и сделайте дело. Удачи. Собирайтесь, парни! Где точка заброски? Туннель Бруклин-Баттери. Я думал, он разрушен. Точно. Чем-то напоминает «Побег из Нью-Йорка» фильм. На месте. Есть «Побег из Лос-Анджелеса», по-моему, тоже. 01 на связи. Односторонняя проверка связи. Принято, 01. Слышим вас отлично. Линия эхо захвачена. Морские охотники, 17 августа. Мы в одной минуте. Сержант Дерек Фрост. Мы не хотим тут весь день продолжать. Вестбрук. Спецподразделение. Почти готово. Так. Давай, режь. Под водой. Эта вода, наверное, есть во всех грузе. Во всех Call of Duty есть вода, есть там, где стрелять на ходу. Ну, кроме космоса, там воды, по-моему, нету. А может и есть. Так что разнообразие у них не очень. Думаешь, кто-то смог уйти? В этом плане. Плыви давай. Держитесь на 2,9,5 градусов, 300 метров до встречи. Тун. Металл 01, вижу вас на трекере. Принято, подходим к точке контакта. Плывем, блин, по заброшке по какой-то, блин, по затопленному туннелю. Команда котиков. Вот чем метро опасно. Вижу их. Подлодка в пути, времени на перехват мало. Принято, видите. Блин, надо нырять, да? Да твою ж мать-то, я хочу вот обойти его. Можно же тебя обойти? Почему, блядь, я должен за вами-то прямо по пятам? Внимание на сонар, здесь русские мины. Следи за локатором. Вон там тоже кто-то плавает. Наши, наверное. Мина, держись на курсе. Справа, справа. Да вижу, что справа. Блин. Давай на подводный бой. Еще одна мина. Прошли. Оп. Стоп, мы на месте. Прячемся. Цель близкая. Оскар 2. 8 часов. Ну давайте, давайте. Что-то делаем. Ой. Спокойно. Ну давай примагничимся. Магнитные захваты там. Гарпун. Ждем, пока пройдет. Ой. Ладно, пошли. Вы думаете, этим все ограничится? Ставлю. Закладываю. Почему сразу-то нельзя было сделать это? Фрост, шевелись. Давай. Вот так. Мины установлены, отходим. Отлично, мы подготовим отход. Взрываю. Бумка, я-то тут. 01 на связи, подлодка всплывает. Меня ничего, что оглушить может, как рыбу. На минус здание. Вот сейчас они как поднимутся на борт, как расстреляют меня нахрен со всех своих орудий. Почему не подумали, как смываться-то?
Ой, ладно, посмотрим, что за оружие. Контакт, лезут из люка. На, в ногу тебе. Осколочная. Так. Чисто, пригнись. Давай. Пойдем за тобой следом. Все, шороху сейчас наведем. Все неизвестные враги. Конечно. Встречаемся внизу. Так. 69 патронов, нормально. Опаньки. Да опаньки, да потушеньки. Давай-ка возьмем. Вот не дай бог у тебя там мало патронов. О, нормально патронов. Опа, баллон. Ой, знали бы, как вы эти шнеки снаряжать, трудно, это пипец. Давай. Давай, давай, давай. Вон он. Ты уже все? Если бы, ага. Че у тебя проблемы? У меня вот проблем не было. Они хотят уничтожить подлодку. Действуем быстро. Давай, 4 патрона, да? Вау! Подождите. МП-5. Или баран в простонародье. Сколько? 50 патронов, да, в нем? Мы должны добраться до мостика. Ух ты, тут можно разными путями идти. Понятно. Ну так можно не торопиться туда. Они хотят уничтожить подлодку, действуй быстро! Чувством, с толком, с расстановкой можно всех повалить. Нет, вот поменяем на это. Сможешь? Ну давай. Мы должны добраться до мостика. Доберемся. Ну, пойдешь? Враги по курсу смерти. Опаньки. На, врагам. Ты-то почему не отстреливаешься? Почему я должен не стрелять? Вот нифига себе. Чё, ты код знаешь? Так, установи взрывчатку на дверь. А я думал, ты код знаешь. И бум. Кто-то остался в живых? Зона под контролем. Да, обыскивай его. Запуска у меня. Оверлорд Металл 01 на связи. Контроль. Ну-ка. Нептун, прием. О, прикольная штука. Подтверждаю, Нептун. У меня есть для запуска ракеты. Получаю
Принимаю коды. Опа. Координаты по сетке. Танго, виски, 056628. Координаты... Хорошо, я прям все запомнил. Где он? Че, один пульт управления? Больше нету. Ключ зажигания на старт. 2-1. Поворот. Принято. Команда котиков. Ой-ой-ой, надо сваливать. Ни хрена здесь выход было. Почему мы сразу посюда не залезли-то? Воу! Все, поехали. Сейчас корабли будут взрываться, смотрите здесь. Ой-ой-ой. Надо успеть. А это у нас раздает между кораблями, там, либо взрывом каким-нибудь. Среди вражеских судов мощных на резиновой лодке гоняем. Представляете, да, какой идиотизм? Это пипец. На. Так мне вести или стрелять? Ты-то почему не стреляешь там? Давай, еще. Вертолеты поднялись. Ой-ой-ой. Нас просто хотят расхреначить. А, это наши. Вот и облегчает. Воу! Арматуру даже это не поцарапали, ни жопу, ни лодку. И не задавили никого. Очень странно. Но тем не менее, вот. Оверлорд, миссия завершена. Все отряды игл отчитались. Принято, металл 01. Подтверждены попадания ракет. Полетели. Все основные угрозы устранены. Под водой, на воде, в воздухе. За одну миссию. Давайте. Что у нас из следующих миссий? Всем позывным мы больше не обороняемся. Повторяю, объединяйтесь и контратакуйте. На связи. Ага, на атаку пошли. Русские отходят, мы идем за ними по пятам. Это что за остров-то? А, не остров, побережье. Южной Америки. С рваными линиями фронта еще остались русские, отвергающие безумие Макарова. Люди готовы и пойти против течения. Прайс, признаки жизни есть, но слабые. Без медицинской помощи СОУП долго не протянет. Живучий чертяка, он выкарабкает. Да я вообще супер. Мы не одни. Макаров всегда доводит дело до конца. Кто у вас лучший? Юрий, бывший спецназовец. Единственный, кто ненавидит Макарова больше, чем ты. Бери его. Они полетят с юга, прикрываясь хребтом. Откуда ты знаешь? Я бы поступил так. Ну так, план действий, в общем, прописан. Осталось только выполнить его. Этим мы и займемся. Сколько их? 3 Ми-28 и 4, в них 5 Ми-17. Высаживают десант. Отправьте команду на крышу. Юрий! Что? Что? Мы должны отнести СОУПа к вертолету. Что это? Нас нашли. Поздравляю. Это, так скажем, тук-тук-тук было. Давайте, будем защищать сейчас этот китайский домик. Займи позицию на балконе. Нужно выиграть время для доктора. Следи за внутренним двором. Давай. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Так. Где враги? Ну
Ни хрена не видно. Вертолеты. Иду. Давай. Так. Сколько у меня патронов хватает? И освобождаем двор. Они под так и будут лезть, пока мы там не задержимся. Блин. Завалили. Ну. На. Бум-бум. Подкрепление. Где еще? На, на. Ну как ты? Держишься? Молодцом. Открывай ворота. Давай. Ой-ой-ой-ой-ой. Открывай ворота. Ну вот так вот. Не бойтесь, я за вас отомстил. Чего вы встали там, не пройти не даете? Я ваш спаситель. Ой-ой-ой-ой-ой. Так. Где? Еще где-то есть. Вот так вот. На. Опаньки. Подождите. Ой-ой-ой. Давайте, 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 давайте. Потихонечку захватываем. Метр за метром. Ай-яй-яй. Я чувствую, вам не по себе, да? Прихватило вас что-то, да. Ну, бывает. А, сейчас у нас робот, да, здесь когда-то будет? В этой игре, по-моему. Блин. Куда нам? Открывай. Он закрылся, скотина. Давай, помогай нам. Лезьте внутрь. Робот в контейнере прямо у тебя под ногами. Давай, открываем тогда, вот он. Достаем его. Я вижу.
открывай. Или он сам должен распаковаться. Самоходный наземный транспорт. 2 сантиметра брони, пулемет и гранатомет. Управление наверняка на русском. Поехали. Все нормально. Мы должны вылететь его отсюда. Юрий, расчисти подход к вертолету. Мы прямо за тобой. Давай. Зачем? Кого мне сейчас здесь бояться? 2 сантиметра брони, сам сказал. Бум. Вот так. На. Вертолеты. Вот так вот. Ага. Ой. Так, пока нормально идем. Туда добраться, да, мы пойдем туда. Так, я кого прорываю? Сейчас спокойненько я тут еду. Так что... Нахер. Где еще? Нате. Где, где, где? Вот так. Ага, все. Так, нас подбили. Робот нам уже не нужен. Ну, соу, потом и спасли. Ой-ой-ой. Это вы здорово придумали. Без меня-то пробираться. А я потом как хоти, да? Ой-ой-ой. Так. Давай, на вертолете только не подлетай. Ты из меня фарш тут сделаешь. Ой-ой-ой. Куда хоть обрыв-то ведет? Ух ты, на камне. Нет, чуть подальше. В воду. И так это уже лучше. Не вижу, не вижу. Течение меня несет само. Вот так вот. Схватился. Успел. Фух. Прям таки, как сам искупался. Молодец. Сейчас они прилетят, они же не могут бросить. Вот он. Юрий здесь. Вот. Хорошо. Он нам пригодится. Мы следуем за Макаровым. Кто нахрен этот Юрий? Ну что ж, на этом все. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, оставляйте комментарии. Правда, всегда жертвуют в первую очередь.